И я полагаю, имя Пауль фон Хартман вам знакомо? Да, сэр. Мы вместе учились в Оксфорде. В его распоряжении находится один документ с очень важной для нас информацией. Мы хотим, чтобы вы завтра отправились в Мюнхен и взяли этот документ. Речь о шпионаже на территории иностранного государства. Мужчины и женщины Британии и всей империи. Пока война не началась, всегда есть надежда. Рад видеть тебя снова. Что я должен сделать? Мы последняя надежда остановить Гитлера. Это его подлинный план по поводу Европы. Гитлер лжет, утверждая, что хочет мира. И что люди не пострадают. Этот документ – доказательство. Фон Бонзи? Тебя убьют за одну только мысль об этом. Комзея. Что здесь происходит? Да что с тобой? Я должен это сделать! Нельзя играть в покер с гангстером, не имея в руке козырей.